А сегодня с поступления уникальные SQ-акустики от компании Alpine. Модель называется SS65C. Это двухкомпонентная 16-сантиметровая компонентка, которая выглядит вот таким вот образом. Что же в ней особенного? Перво-наперво, это сам по себе мидбас. Обратите внимание на строение губы у самого мида, точнее подвес. Мы такого ранее нигде не встречали. Специальная технология подвеса под названием Hammer. То есть этот подвес обеспечивает высокий ход диффузора. Соответственно, сохраняет еще при этом максимальную управляемость. Данные миды выдают глубочайший, мощный бас. Что средний, что низкий, что высокий. Сами по себе вот эти динамики Alpine мы как раз таки и привезли для тех, кто любит насыщенный, мощный бас. Также что отметить, сам по себе диффузор тоже уникальный, имеет технологию под названием CFRP. По-английски, конечно, сложно сказать, но русскими словами это, по сути, пластик, усиленный стекловолокном. Для того, чтобы, короче, диффузор был в приходе большом жесткий. И при этом передавалась максимальная детальность звучания. Сам по себе в остальном сборка мида очень приятно. Действительно, качество Alpine, как и их фирменных магнитол. Хорошая магнитная система. Сам по себе дорогой феррит. Катушка индуктивности, мы видим, сразу стоит на динамике. Хорошая корзина. Номинальная мощность вообще акустики в принципе составляет 80 Вт. Довольно-таки прилично для SQ. Чувствительность 88 дБ. Конечно, желательно применение усилителя. Сам по себе пищалка в комплекте выглядит вот таким вот образом. Вот она в разборе. Шелковая. В принципе, залезет большинство штатных мест в автомобиле. Точнее, штатные уголки любого автомобиля. Также в комплекте есть так называемый обоймы либо подиум для внешней установки, скажем так, высокочастотников, либо же под врезку. Также, что порадовало, в комплекте дополнительно идет кольца. Пластиковые переходные кольца для установки в различные автомобили. Кольцо тоже универсальное, проставочное, из толстого жесткого такого пластика. Не бренчит, не резонирует. Ну и еще в комплекте идет так называемый кроссовер, либо кондер на пищалку, который отрезает ненужные частоты. Вот пищалки, соответственно. Данная акустика обещает сочную игру, обязательно при этом с мощным таким напористым басом, с проработанными детальными высокими частотами и также приятной серединой. Обязательно в следующем видео прослушкой этой интересной SQ-акустики под названием Alpine, модель SS65C. Кстати, цена ее составляет на, скажем так, 8 августа 2021 года где-то 8500 рублей в наличии магазина Модерн.